Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хем. Як завжди, в цей час ми говоримо про актуальні події. Поступово місто виходить з карантину. Карантин не закінчився, так, але місто вже давно вийшло. Ми бачимо це по міських дорогах. Постійні затори, пробки. Це, на жаль, така візитівка нашого міста. Як побороти це? Чи, можливо, в принципі це побороти? Ми говоримо про це з експертом, урбаністом, активним громадським діячем Петром Обуховим. Петро, вітаю вас. Я так розумію, ви не в повній змозі пережити всі ці труднощі, тому що ви просуваєтесь там переважно не велосипедом, але все ж таки дороги, так, шляхи Одеси – це така одна величезна пробка, ну, вранці, ввечері. Чому так відбувається? Ну, я на самом деле как раз велосипед у меня больше рекреационную функцию выполняет, а транспортно это такси и электротранспорт. На маршрутках я принципиально не езжу, ну, могу себе позволить. Я так понимаю, многие люди не могут себе этого позволить. Причем в том числе потому, что маршрутки, то есть электротранспорт не ходит везде, там, где живут люди. Почему так? Ну, вот в прошлом году есть такая компания TomTom, которая исследует, ну, это навигационная система, навигаторы, но в том числе они используют свои приложения для того, чтобы оценивать уровень пробок в разных городах мира. И вот они в прошлом году составили рейтинг городов мира по уровню пробок. И Одесса заняла 18 место в мире из 430 городов. Кто нынче, пригадуете, кто нынче? Можливо, там какие-то столичные места, ну, Мумбай. Там на втором, на третьем месте Индия. Конечно, но проблема в том, что у нас в последние там, лет 20 вот, нету стратегии развития, в общем, городской мобильности, как это называется. И поэтому люди пересаживаются на автомобили. Потому что, ну, ездить на маршрутках, трамваях, троллейбусах неудобно, некомфортно, медленно. И покупают все автомобили. И в итоге у нас очень много автомобилей. Все дороги ими заняты, все тротуары забиты, крайние полосы запаркованы. На велосипеде ездить страшно и неудобно по Одессе. В общественном транспорте неприятно. И в итоге страдают все. А физически город не может выдержать такого количества автомобилей. Вот сейчас, я знаю результаты соцопроса, на автомобилях ездит 21%. Вот это то, что мы сейчас видим, это всего лишь каждый пятый. А что будет, если это будет даже хотя бы каждый четвертый? Але ж є міста, які більш багаті, ніж Одеса, і там немає такого, що вони там всі виїхали на своїх автівках і там пересуваються зі швидкістю там 30-20 кілометрів на годину. Які є можливості уникати цього? Ми знаємо, що там міська влада Одеси там пропонує там смугу для міського транспорту, але ви критикуєте такі ідеї? Единственный вообще способ, как перевозить всех людей в нашем городе, ну, так, чтобы всем было комфортно и вообще физически возможно, это общественный транспорт и велодорожки. Ну, естественно, да, там какой-то процентов 15-20 могут ездить на автомобилях, но все не смогут. И дело не в доходах, то есть если бы даже каждый смог себе позволить купить автомобиль, то никто физически не смогли бы люди ездить. Я поддерживаю полосы общественного движения, но там, где это разумно. У нас, к сожалению, очень мало где их можно сделать. Хорошо это сделано на улице Ришельевской. На Ришельевской классно, там было 4 полосы движения, там проходит 10 маршруток и, по-моему, еще 2 троллейбуса. И просто их упорядочили. 3 полосы для машин и 1 для маршруток и троллейбусов. Ну, единственная там проблема с парковкой, и вот ее нужно решать. Нужно штрафовать этих водителей, чтобы они не парковались в этой полосе и не мешали людям. Но то, как это сделано на... В Суворовском районе, там, например. На дороге, да, в Суворовском районе, это сделано плохо. Там было 3 полосы движения в одну сторону. Из них 1 забрали под маршрутки, и, то есть уменьшили количество, уменьшили пропускную способность в 1,5 раза для автомобилей. Но при этом мне очень трудно представить себе, чтобы автомобилист пересел на забитую маршрутку в 8 утра с поселка Котовского, то есть из своего комфортного автомобиля с кондиционером, с музыкой в забитую маршрутку, где он будет стоять, в которую совсем непросто даже попасть. То есть тут надо действительно развивать общественный транспорт, но вот конкретно в этом случае есть 2 варианта. Либо нужно было запустить большие автобусы. Они же были. После карантина я не бачу их. Но это до іншої людини питання. Да, нужно
нужно увеличить. И тогда сказать людям альтернатива. Мы вам сделали хуже для автомобилей, но вот вам лучше стал общественный транспорт. И езжайте на нем, это будет быстрее и комфортнее, чем на автомобиле, и вы уменьшите пробки. Ну, глобально так и произойдет. У нас нет другого пути, как сделать именно так. Второй вариант – это сужение полос. У нас 2 года назад приняты новые нормы, по которым ширина проезжей части, проезжей полосы для автомобиля может быть 2,75. Но я не предлагаю сделать 2,75 на этой дороге, это очень мало. Но там можно сузить, сделать вместо 5 полос 6. 2 посерединке реверсивные, 2 полосы общественного транспорта и 2 обычные. И получится, что у нас 3 полосы для автомобилей и 1 для маршруток. Ну, то есть никто не пострадает. Единственное, что в более узких полосах автомобилистам придется ездить медленнее. Ну, потому что это просто опасно и тяжело. Но это тоже хорошо, потому что это сделает безопаснее Николаевскую дорогу. Ну, а вообще на поселке Котовского нужно развивать трамвай. Потому что там уже есть 2 выделенные полосы для трамвая, который, я вот сам проехался, трамвай там быстрее всех едет. Так, при том, что это старый, еще советский трамвай, старые рельсы, и он все равно быстрее. А когда там будет новый скоростной трамвай, он может ездить там 50-60 км в час. Ми говоримо про те, що міська влада за допомогою там коштів Європейського банку реконструкції та розвитку впроваджує там нову техніку, нові машини, тролейбуси, трамваї. Але ми замало, як на мене, говоримо про нові мережі, нові маршрути саме, напрямки. Наскільки я розумію, за останні там років кільканадцять нуль нових маршрутів, нових мереж, а місто-то стає все ж таки, росте вгору, і там нові вулиці, нові будинки, а маршрутів майже немає. Це теж проблема, про яку ми повинні говорити. Так. Да. Ну, електромаршрутів появился тільки тролейбус за останні 10 років на проспекті Небесної Сотні, бывший маршал Жукова. Але там теж є технічні проблеми, я не знав того. Там не хватает подстанций тяговых, поэтому одновременно на проспекте Небесной Сотни может находиться, по-моему, не больше 3 троллейбусов. Лимиты, как в футболе, на Легионере. Ну и на самом деле, если захотеть, эту проблему можно решить, найти там место и поставить там еще, чтобы больше было троллейбусов. Кстати, вот это, возможно, тоже один из кандидатов, где в будущем можно будет создать полосу для движения общественного транспорта. А сейчас уже там идеально помещается велодорожка. Ми про велодорожку я наступне питання буде, але я, якщо ми говоримо про нові транспортні мережі, мене все ж таки не обходить питання аеропорту, який все ж таки, я сподіваюся, він буде жити новим життям і після карантину, і взагалі. А ось сполучення транспортне, воно одне з найгірших, якщо ми не беремо до уваги таксистів. Ну, тільки таксі, так. 200-300 гривень. Але во всіх крупних європейських містах можна уїхати на громадському транспорті, окрім Одеси. У меня была идея, раньше там ходил 14-й троллейбус, и он сейчас ходит на Усеченной, по-моему, до площади Деревянка. Его маршрут можно было немножко изменить, чтобы он шел по улице Гастелло, мимо Таврии аэропортовский, там, где такой тоже маленький микрорайон с жилыми домами многоэтажными, и заходил в аэропорт. И таким образом он и этот район бы захватил, и аэропорт. И тогда можно было бы пустить чаще. Очень напрашивается трамвайный маршрут по улице Семена Полия, это бывшая Днепродорога. Он там заложен, ну, то есть под него есть место еще с советских времен предусмотрено. Троллейбус или трамвай? Трамвай. Ну, я же на Добровольского трамвая вам могу сказать, ну, есть уже одна по одной улице трамвая. Нет, вообще по нормам, по стандартам человек должен доходить пешком до остановки общественного транспорта максимум 300 метров. И понятное дело, что с Днепродороги на Добровольского больше, чем 300 метров. И вообще, лично в моем рейтинге видов общественного транспорта на первом месте трамвай. Ну, случайно. И я считаю, что его нужно развивать в первую очередь. Главная проблема трамвая в Одессе – это то, что в центре города он едет очень медленно. 2 года назад у нас были эксперты Мирового банка, которые проводили масштабные исследования общественного транспорта, и они выяснили, что трамвай не вне центра города, ну там Люсдорфская, Фонтанская, на поселок Котовского, он едет в среднем со скоростью 15 км в час. А там, где трамвай объединился с автомобильным потоком, там 10 км в час. То есть нам нужно
принимать волевое решение и выделять в центре города трамвайные пути отдельно от автомобильного потока. Но на Преображенской это обязательно нужно сделать и на Пантелеймоновской. Преображенська вже був ремонт капітальний, Софіївська теж ремонт, і ми бачимо, що там тільки якщо йде там звіз до Пересипського моста, ми бачимо, що є відокремлена смуга. А так загальний потік транспорту, і ми можемо прогнозувати, що там наступному році, коли ці ремонти остаточно завершаться, нічого не зміниться. Ну, вообще, вони обіцяли, ведь скоростной маршрут, этот север-юг, который с поселка Котовского-Тырова, он будет идти по улице Преображенской. И если там не выделить эти трамвайные пути, то он не будет скоростным. Тобто знову ремонт, знову перекриття. Ні, ну, як це можна зробити? Я би виділив эти трамвайные пути бордюрчиком. Обычный бордюр высотой 10-15 сантиметров поставить, ну и знаками, и все. Если что, там в случае какой-то экстренной ситуации, скорая помощь заедет на этот путь, автомобилисты будут понимать, и физически им будет тяжело туда заехать. И единственное, что мы теряем в этой схеме, это парковку. То есть люди не смогут парковаться в крайних полосах на улице Преображенской. Все добре. Но на самом деле там эта парковка запрещена. Ну, это добре, это будет правильно. И как ни странно, это увеличит скорость для автомобилей на этом месте, потому что трамваи будут ехать не в потоке с автомобилями, то есть больше места останется для автомобилей в крайней полосе. А кілька хвилин тому ви сказали, що велосипед для умов Одеси – це небезпечний транспорт. Я питаю, чому небезпечний, але я пригадую кількість велодорожок, велошляхів, вони такі, немає сенсу в них. Одна там розпочинається там, на Адміральському проспекті, йде там до заправки і все, раптово закінчилося. На Ольгівській я взагалі не розумію, що це за веломаршрут, який теж розпочинається на одному перехресті, закінчується на іншому, і все, а далі куди, далі що робити з велосипедом. А окрім маршруту, єдиного маршруту від Ланжерону до 16-ї фонтану, з перепонами, те, що нічого немає зараз в Одесі. В 2015 году наша мерія прийняла план розвитку сіті велодорожок, веломаршрутів. Шість було, так? Я уже точно не помню. Там было велокольцо посередине, по центру города, и от него маршруты в спальные районы. Из этого всего плана реализовано только 900 метров на улице Ольгиевской. Ну, то есть, вот как часть большой системы, это логично и правильно сделать там велодорожку. Но как само по себе, как это сделано сейчас, она не ведет из ниоткуда в никуда. Ну, плюс она еще сделана немножко непродуманной, поэтому по ней люди любят гулять. Там велодорожка сделана гладким асфальтом, а пешеходная часть плиткой. И по плитке ходить неприятно, неудобно, поэтому все по велодорожке гуляют. А щодо того єдиного маршруту, що він є, так? Я називаю це там від Ланжерону до 16-ї фонтану. Насправді немає ніякого маршруту, тому що, як ви до ефіру сказали, це такий пішохідно-велосипедний шлях. Мене дуже... На прошлой неділі наш мер Труханов відкрив велоестакаду на 10-й фонтану. И на сайте города есть его заявление, что теперь у нас есть единый велопешеходный маршрут от Ланжерона до мыса Большой Фонтан, то есть до 16-й фонтана. И я, ну как человек, который катаюсь на велосипеде, я очень удивился этому заявлению, потому что Аркадию на велосипеде проехать очень тяжело. Велодорожка заканчивается недалеко от начала Аркадии, дальше ты едешь между людей и детей, а потом нужно спускать велосипед по лестнице, потом крутой склон, потом очень разбитые плиты, потом вот такой вот ширины пандус, по которому два велосипеда не протиснутся. Ну, далеко не все вообще знают про существование этого маршрута, а называть его единым велопешеходным – это такая очень сильная натяжка. В вашем последнем видео на блозе, а я рекомендую нашим глядачам YouTube-канал Петра Обухова, про досить цікаві такі, ну не тільки новини, а взагалі ситуацію зі шляхами сполучення в Одесі. Ви згадували про дорогу, яка йде праворуч, не біля самого моря, там в Аркадії, а праворуч. І там що, там тупік, там немає? Ну, там возникла стройка, жилий комплекс «Морська симфонія». Так, чув про це. Ну і по слухам, вроді би, коли його, нарешті, закінчать,
то разрешат проезжать сзади него на велосипедах, и тогда не нужно будет вот по всем этим лестницам, пандусам гонять, и это станет, ну, получше. Прогнозы, час, сколько это может занять? Его начали строить в 2003 году. Ага. Я точно это помню, я в этом году купил велосипед, и я еще через эту стройку вначале проезжал там. Сейчас 2020, прошло 17 лет, ну, посмотрим. А что заважає місту впроваджувати ті маршрути, які 5 років тому були задекларовані? Только желание, личное желание. Я могу привести пример, мне он очень нравится. Наш мэр Труханов несколько лет назад попал в ДТП на проспекте Шевченко напротив Дворца спорта. И после этого там прошли дорожные реформы. Там произошло так называемое скругление этого поворота, чтобы в него можно было заезжать на большей скорости. Там срубили 4 дерева больших, и там поставили отбойник, чтобы не было лобовых столкновений. То есть там, где лично мэр города едет и пользуется, там происходит улучшение. То, чем лично он не интересуется, на это ему наплевать, и там ничего не происходит. Тобто цікава така аналогія. А те, що сталося біля палацу спорту з точки зору автомобільної інфраструктури, воно в плюс пішло? Ви досліджували? Естественно, на самом деле, это один из участков города, на которых автомобили ездят очень быстро, там, до 70-80 км в час. И его скруглять, чтобы они могли ездить еще быстрее, нет вообще никакого смысла. Мне жаль вырубленных деревьев, но отбойник, который делает невозможные лобовые столкновения, я приветствую. Дякую, Петро, за досить змістовну розмову. Заходьте ще, досліджуйте місто і розповідайте нам про якісь такі інновації, на що можна звертати увагу, що можна вітати, а що можна критикувати. Експертну думку ми завжди шануємо. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.